Ну, всем привет. Мы надеемся, что мы наконец-то заканчиваем. У нас осталась последняя локация уже на этот раз, наверное, точно. Да, в прошлый раз мы тоже говорили, что она будет последняя, но кто же знал. Так, сейчас, значит, мы куда? Либо налево, либо направо идем. Я забыл, как играть, как обычно. Не смешно. Ой, это взрывные медузки. Смотри, там вот камни наверху, у них какое-то голубое сияние. Да. Это нам не намекает, что туда кнутом долететь, нет? Кнут не летает. Так, вода совсем травленная, понятно. Я вот думаю, вот эти вот фиолетовая фигня, она как? Я думаю, это будет дамажить, и нам надо пролететь в пустотную штучку. Да, наверное, да. И что, внутренняя часть тоже дамажная? Да. Ау! Чё? Короче, направо можно вылететь. Есть куда. Да ё-моё. Поздно. Вылетай. О. Так, это порт сверху, да? Угу. Перелейся. Там медузы. Я бы еще перелилась. Я думаю, там вот что-нибудь есть. Ой, а вот это... А, ага, хорошо, так. Так, там какой-то луч, причем достаточно часто бьющий. Я не уверен, что я долечу. Да. А, да, я в порт. О. Да что ж такое-то? Да, что такое? Я не понимаю, а может он закрыт? Смотри, то есть он вроде как бы есть, но он какой-то заляпанный. Видимо, что-то да, с ним не так. Может, нам сначала вот эту как бы скверну надо очистить? Нет, смотри, можно либо... Просто идти-то куда? Слушай, а помнишь, тут была медузка? А ими нельзя стрелять медузками? Я пробовал от нее захватиться. Возможно, наверх, вон туда. А там кнут, кстати, надо использовать. Да. Я не помню, какой он кнопкой ее заяц. Стой. Нельзя вот на эту кругляшке? А. Сейчас, погоди. А, понятно. Па-па-па. Сейчас совпадет. Кнут! А, он просто липкий. Да, точно. Это липкие цветочки. Вот, вот тут портал чистый. О, ёпта, ёпта! Хорошо, а дальше-то куда? Перо. Сейчас. Руда, руда. И энергия наверху. Так, то есть мы сюда только ради этого пришли? О, что это такое? Да, интересно. Ничего тут не ломается, да? Да что-то не вижу, чтобы что-то ломалось. А теперь у меня еще вопрос. По поводу, как обратно вернуться, да. Да. А эта верхняя фигня тоже домашняя? Ух ты, вау. Так, там вон еще порт я вижу, да? Ну, тут через стенку слева. Ух ты. Две жизни. Ну, давай перелегусь. И куда теперь идти, налево? Ой-ой-ой. Сейчас. Есть идея.
что вот это как очистить. А-а-а! Минула! Аля! Оля! Так, там ломательный заборчик, не с той стороны ломательный, понятно. О. А вот это не надо вот разбить? Возможно. Какой-нибудь у тебя есть лук, есть импульсы, там что-нибудь. Ой. Мама! Мы где? Я думал, я умер уже 3 раза. Я тоже. Окей. А, нет. Ясно. Колесо пока. Кто же знал, что это вообще колесо? Короче, бежать, судя по всему, по порталам. Что ты берешь? А. Импульс. Лук, да. Угу. И пуск у тебя стоял. И... Ой, и сёпа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да! Мама! АЗБС. Там порт в ней, да? А, вот как я в прошлый раз туда попал. Тихо. Да. Да твою... Ах ты ж... Мать. Пуск, правильно. Придавит, да? Я в нее прям в прошлый раз так удачно залетел. Ты залетел прям в порт, поэтому выжил. Так мы это не поняли. Да, обо блин. Все лучи, обо все. И вниз! Твою что, налево и хвататься. Ага. На это, наверное, наступать нельзя. А, нет, жизнь. Вот это ломаем мы теперь, да? Вот мы отсюда и бежали. Да. Ну окей, хорошо, мы стенку протарили, скажем так. Дальше-то что? Да, а, оттуда упало колесо. Там теперь, скорее всего, свободный проход. Только тут была ступенечка, а теперь ее нет. Там еще одна фигня, перелейся, подожди. Вдруг опять бежать. О! А, колодец, да? Это помнишь, как мы тоже дерево гинзы очищали в первой части? Вот то же самое. И гинзы, и в лавовой части тоже что-то такое было. Угу. А, это порт, это не колодец. Так, окей. У тебя был молоток, меч и импульс. Осторожно. А, вот он этот открытый, да, мы открыли, который не могли залететь. Так, окей, дальше что? Теперь, я так полагаю, на другую сторону. Там наверху вообще что-то еще есть, нет? Да, вот хочу сходить. Просто помнишь, там руду забрали порталом каким-то, да? И все. Ну да. И там типа ничего нет. Вот какой-то, кстати. А-а-а. Тихо, тихо. Вот на этой нельзя стоять? Ага, она левитирующая, так. О! Ой, вот это подстава. А, медуза. Наверху тоже медузы. О-ля-ля-ля-ля, вот эти я помню, это жизнь. А, ладно, хорошо, он хотя бы плюющийся, а не единым профилем. Ну давай уже плюй, что ли. О, вау, вау, вау!
Спасибо. Плюй! Плюй, скотина! Картограф. И колодец на той стороне. Сейчас покажет нам. Бесплатно? Ничего вот себе. Это да. Наконец-то за спасение мира нам что-то дают бесплатно. На халяву, ага. Я думал, тут это, типа... Не, ну ладно, нормально. Смотри, вот какие-то штучки, да? Это нам надо уничтожать вот эту скверну. Да. Раз, два, три, четыре, но это мы уже наверх куда-то идем. Ну ладно, давай до колодца тогда теперь. Ну, засейвиться надо, да. Да. Где-нибудь здесь, наверное, еще и дерево какое-нибудь есть? Не исключено. Здесь нифига ничего не видно. Ну что, тогда давай сначала снова я прыгну сейчас вниз, вот здесь вот все закроем. Да. Если получится, конечно. Наверху за это опыт, я знаю. Да. Осторожно. Да, блин. Так, тут какие-то прыгающие фигни, вроде они тоже дамажат. Осторожно. На площадочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, там прям единым потоком. Туда надо что-то. А, есть ТПшки, смотри. А, в эту сторону, топовый, я понял. Топовый, да. Кнут. Жесть. Блять. Тебя эта фигня прыгающая сошла? Нет, я походу прыгнул. Понял. Да. Мне нравится, я это немножечко мазохист. Да я уже поняла. Да хрен с ней. Пока есть энергия. Хотя у нас избыток в жизни. Да. Тоже неплохо. Капустка, кстати, тут, но тут течет, видимо, не пройти пока. Порт лево вверх. Кнут. С импульса, походу, идти это ускорение. Вода! Кнут! О, жесть! Кстати, почти не потратили жизни. Ой-ой-ой, нехорошо, нехорошо, нехорошо. Да. С импульса, что ли, еще после этого? Да. Да, блин. Дай. Да. Во, порт. Там ничего нету, да? Угу. Нам сюда лететь. Порт. Окей, жизнь. Очень, кстати, энергия и вот это ломать. Я боюсь к ней подходить, а то вдруг, да. А, да, 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 да. Вроде но. Правильно. А потом бежать от какой-нибудь лавы. Да, или еще обычно. Что-нибудь подобное. Вода топит там чуть-чуть. Да. Верхний порт, скорее всего. Ага, и вот она, пожалуйста, жизнь. Мне было интересно, как попасть на нее. Обратно. Тут не пройти. Я думаю, тут не пройти. Не просто так тут вода перекрывает. Это мы зачистили.
зараза. Так, теперь наверх, да? В этот вроде. Зачем сюда-то? Там же опыт. Там тупик. Точно. Вот он. Стреляй, скотина. Так, нам вроде в ту сторону. А, нет, не в ту. В ту. Он ушел, оставил фонарик. Картограф. Знакомые все лица? Да. Итак, у нас туда дорога, везде. Сюда дорога. Куда сначала? Направо? Давай налево, там, видишь, тупиковая. Да, я думаю, это все система порталов. Видишь, может ниточки, быть, которые нарисованы, это порталы, откуда, не, куда, ну, ты, да, попадаешь. Ну просто здесь, например, видишь, сюда потом можно будет уйти. А здесь мы сначала вот эту закроем. Потом пойдем сюда. Направо. Справа потом наверх, направо. Потом налево вот сюда и уже наверх. Ну окей. А чтобы туда нам попасть, нам надо куда-то вот туда. Куда? А, хрен, хрен все. Там. Мы идем туда. Вообще-то больно. Гад. У тебя мало жизни. Перелейся. Энергия наверху, если что. А-а-а, давай, скотина, быстрее. Плюй. Еще плюй. Медленно, мало плюешь. Да что ж такое-то? Да ну, ну все, я уже все. Какие тормозные-то, я не могу. Уже не надо. Понятно. Да ну. С импульс. Заебись с импульса. Да ж. Так, окей. Причем забавно, а сюда-то как? Нет. Тут видишь вот эта штука. А, во! Во! Я даже что-то не увидела, почему-то этого поворота. Так. Медуза. Две медузы. Не вижу. Можно от них все-таки или ты не от них делаешь? Нет, не от них. Ага. Гадские. Ломательная дверь. Падаешь сверху. Тихо. Опыт. Да все, песок. А когда летишь на пере, нельзя и просто задать, да? Его можно один раз задать. Я поняла. Держись, держись, маленький. Да ё-моё. Тут есть где постоять. Мне надо за что-то ухватиться, и только тогда я могу импульс вязать. Я поняла. Вниз надо сходить. Ну, вообще-то там какой-то порталь. Понятное дело, что порталь. Проверить хотя бы. И нахрена? Не знаю. А там и так закрыто, видишь? А что было с той стороны? А стена, которую раньше мы ломали вот этими пустынными кальманами. С стороны я вообще ничего не вижу.
6. Вот и как? У тебя 3,5 жизни. Лучи-то есть одна странная идея. Я не уверен, что ее реализовать. Лучи нет. Медузу с собой вести взрывать? Или она сразу детонирует? Не, медуза не вариант. Вот так штука, которая стреляет, должна стрельнуть за мной вверх. Где-то, похоже, портал просрали, кстати. Да. Даже мыши на номер жут. Оу. Да ну ладно, это нереально. Портал вот напоминает. Да-да-да. Да это песос. Он еще летит? Не знаю. Вот он. Блин, не поймал. И в верхний? Да. Мне кажется, его проще тут ждать. Мимо. По-моему, не туда. А, нет, он полетел. Смотри. Да что ж ты делаешь-то? Только не убей сейчас об него. Схерали. Зараза. Боже, да это сдох. Тихо. Мост под тобой явно разрушится. Ой-ой. Это только одна. Ну вот, была моя безумная идея. Вроде сработала. Дальше-то чё, куда? А, вот сюда я хотел наверх. А, нет. Там да. Где-то что-то закрыто. С какой-то стороны. Вот или тут, не помню. Ну ладно, разберемся. Там вода! А тут моб. Не, надо к мобу. Давай, стреляй, стреляй, стреляй. Да что ж за пидор ты такой, а? А, тут он сплошной. Конечно, могу через него пройти, скорее всего. Внизу порт, и в тебя уже стреляют. То не дождешься. Да блин, что ж не схватился-то? Скотина тут гадская. Хитрит.
Он тебя сейчас скинет. Я сюда. Песочек. Песочек. Нифига она нас уперла. Угу. Ой. Вода, вода, вода. Вот же тварина. Ну! Фух. Может это ломать? Он какой-то там в плену. Да быстрей. Трэш. Песок. О, почти дошли. Жизнь. Ага, вот этот, который из плена освободил, не, вот этих двух тоже освободил. Ну, это вообще странно, мы прошли, считай, почти половину, а там что-то как-то не половина оторвалась. Ну, у нас еще вон, там ну, три, да, четыре там штуки. Три. Осторожно, что-то это кругом зёпа. Жесть! Тебя плюют! Мне же я ж туда лечу. Да. Да, туда. Они резко стали этими лучевыми. Скажем, тебя может скинуть? Это вот этот центр, да? Да. Искаженные сердца. Да мы уже как бы это... Мы уже с картографом, Вась-Вась. Да. Так. Ну, вниз есть штучка. И туда же еще, наверное, одна порталами ведет. Они все связаны. И наверх есть. О! Там портал упал. Ясно. Предупреждать надо. Левитирующий кристалл. О! Это плохо. Портал внизу. Тут жизнь. И энергия. Это не рушится, да? А, это тупик, типа. Ух ты, ты ж порталов-то! И какой куда? РБ! От него, типа, вот так драпать, да? Хиллерит! Да. Теперь понять, какая куда. А как его убить? Дай, а чё не работает? Работает. Я себя потерял. Угу. Это нижняя, левая, верхняя. Ах, ты ж крыса. Ага. Левая, нижняя, правая, верхняя. Ну так-то все банально, крест-накрест. Чё там ума очень не снос? Да что они летят-то криво? Слушай, походу надо его раздолбать сначала каменную основу. О!
Сразу он регенится. Да ну ё-моё. Читерство. Ага. Мадре. Вот сейчас хорошее было попадание очень. Отличная выпада. То есть идет дамаг, только когда в центр, да. Короче. А значит опять все камни на саму. Понятно. В другую. Пойдем. Тут-то-то. Бей его. Зараза, наверх пошел. Огненную свою это берешь, да. Так, у тебя осталось 7 жизней. О, неплохо. Вот это дамаг. Еще. Он, зараза, насамонивает. Ништяк. Какие интересные пошли заходы. И сейчас он сделает, небось, 4 будет. Скотина! 3,5 жизни. А энергию тут брать, по-моему, неоткуда. Да, а, блин. Или тут энергия резается иногда. В какую сторону мы идем? Зараза. Ать. Еще. Есть. Даже не померли? Ага. Ничего себе. О. Не, ну у нас уровень такой прокачанный. Так, ну что ж. Такой мини-перекурчик. Да, перерыв. Одного ярбосчика убили, как раз на нем и завершаем. Да. В следующей серии продолжим открывать уже, да. Ну, тут остается совсем ничего. Так что, скорее всего, еще одна серия. Всем пока.